Уже 3 года воспитанники детского сада «Радость» обучаются грамоте и счету по авторской методике доктора педагогических наук Алексея Дмитриева. Занятия проводятся в рамках коррекционно-оздоровительной работы с детьми. На протяжении нескольких лет эта тема не теряет своей актуальности. Сейчас она стала еще более актуальной, потому что с каждым годом все больше детей, которым требуется психолого-педагогическая коррекция. Каждая дошкольная образовательная организация должна владеть технологиями работы с такими детьми и использовать их в своей работе. В исследовательской работе участвовало 20 педагогов и в общей сложности более 100 детей среднего, старшего и подготовительного к школе возраста. В рамках авторской методики каждый педагог имел возможность использовать собственные приемы и упражнения, дополнять и совершенствовать технологии проведения занятий. Опыт работы коллектива был представлен на различных уровнях, от муниципального до международного, и неизменно получал высокую оценку специалистов. Очень много пособий педагоги разработали по обучению грамоте, по знакомству со счетом, с цифрами для детей. И главное, что это все в игровой форме, как трактует нам сейчас федеральный государственный образовательный стандарт. Детям очень нравится, это очень для них увлекательно, они друг другу загадки загадывают, используют различные материалы, и, как вы видели, и на песке рисуют буквы, цифры, и преобразуют их в какие-то художественные произведения. На городском семинаре для руководителей и педагогов дошкольных учреждений специалисты детского сада «Радость» провели презентации и мастер-классы с участием своих воспитанников. Вовлеченные в активную познавательную деятельность ребята с удовольствием демонстрировали свои знания и подготовку. Эти игры назывались «Буква игры». Мне больше понравилась «Водяной». А что это за игра, расскажи? Это где человек угадывает знакомую букву и говорит «Буква М». И надо найти букву «М». Экспериментальная площадка в детском саду «Радость» свою работу закончила. Однако, как показал опыт, в детском саду есть неисчерпаемые возможности для творческого взаимодействия взрослых и детей. Окруженные не только заботой и любовью, но и поддержкой, пониманием взрослых, любой ребенок становится способен к открытиям и по-настоящему чувствует себя личностью. Ирина Заикина, Денис Гимп, новости Губкинского.